Итак, друзья, всем привет! Сегодня я вам расскажу про топ поездов, которые можно встретить в Белгороде. И за это видео огромное спасибо моему зрителю Ромчу Кьюте за то, что он помог мне составить список поездов, а то я в Белгороде не был и не знаю, какие там поезда ездят. Ну а мы начинаем. И открывает наш топ электровоз ЧС-7. На данном видео этот электровоз везет поезд Москва-Белгород. ЧС-7, я про него рассказывал уже. Электровоз пассажирский выпускался в Чехословакии в городе Пылезень для пассажирских поездов. Вот в Ярославле его также можно встретить. Ну и в Белгороде вот он возит пассажирские поезда из Москвы. Далее у нас следует электропоезд D4M. D4M – это российский электропоезд, который выпускался с конца 90-х до 2016 года, по-моему, на Демиховском машиностроительном заводе в России. Используется для пригородных маршрутов. Ну, в Белгороде вот также осуществляют перевозку пассажиров по пригородным маршрутам. После D4M у нас расположился российский современный электропоезд P2D. P2D также, вот я говорил, в Ярославле его можно встретить. Ну а в Белгороде он также выполняет пригородные маршруты на недалекие участки от Белгорода. Вот P2D, современный российский электропоезд, выпускается на Демиховском машиностроительном заводе. Так, и следом у нас расположился современный российский пассажирский электровоз П2К. П2К, я про него также говорил, в Ярославле его можно увидеть, и также в Белгороде. Он возит пассажирские поезда из Москвы и в Москву. И также в Белгороде можно увидеть грузовые электровозы серии ВЛ-10 и ВЛ-10У. ВЛ-10 – советский электровоз, выпускавшийся на двух заводах – Тбилисский и Новочеркасский. В Белгороде он возит грузовые поезда.